В Южно-Казахстанской области наметилась тенденция создания кооперативов с участием мелких крестьянских хозяйств. Это облегчает фермерам вести бизнес, получать господдержку и адаптироваться к требованиям рынка. К примеру, в Махтаральском районе 200 мелких хозяйств объединились в 96 кооперативов. Объединившись в кооперативы, нам стали доступнее господдержка и субсидии. Мы сами теперь помогаем мелким фермерам. Техника и финансирование работ. Мы сегодня не ограничиваемся только хлопком. Выращиваем бахчевые культуры, овощи, выпускаем молочную продукцию. Стараемся адаптировать к рынку. Что нужно потребителям, то и производим.